Так, вроде это кнопочка, да, запись включить, да? Тогда все проверим. А, да, вот, все. Всем здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, Good Game Wisher. И сегодня я подумал такой, я остался сам дома, я такой думаю, может заснять какой-то полезный ролик для моей аудитории, типа, ну, я не знаю, например, обучалка. О, хорошая идея! И я вот в последнее время думаю, я ж подсел на такую грозную программу, которую никогда не скачиваете, это антиреклама, кстати. Извиняюсь за уничтожение ушей. Так вот, я заметил, там есть такие прикольные ролики, и мы сейчас в этом ролике будем делать этот ролик, логично. Ну вот сейчас я еще не знаю, что у меня получится, но вам сейчас результат на экран. Щелчком сейчас я умею еще его делать. Ну, нормально, сойдет. Вот так, раз, два, три. Так вот, сейчас мы вы видели результат, и сейчас мы будем делать это видео. Ну что ж, нам надо две программы. Первое это Premiere Pro, второе это Photoshop. Нам всего лишь две программы. Photoshop я использую последней версии 2020 года. Premiere Pro версия, ну вот видите вы, 2019 года. Ну, начинаем. Я даже буду без обрезок, чтобы как бы я ничего не вырезал, чтобы вы думали, что я что-то использую. Ну, уж не такие, наверное. Смотрите. Ну, вы видели, что у меня будет где-то картинка кубика Рубика. Мы переносим на момент, где примерно будет нужная нам фотка. Ну, допустим, вот здесь. Допустим, здесь. Не, давайте что-то пореже. Ну, давайте. Вот такой вот кадр. Мы делаем вот такую вот пометочку. Здесь есть пометка, вот она. Наводим нашу линию производительности. Не знаю, как она называется. Хэштег «хороший учитель». Ставим меточку. Вот она вот здесь находится. Это еще кнопка M. Нажимаем. Ну, мне так удобнее просто. Потом ищем следующий момент. Допустим, давайте вот здесь. Не, плохо выглядит, конечно. Не, мне не нравится. Вот давайте вот здесь. Мне кажется, это идеальный момент. Ставим маркер. Дальше ведем. Ну, вот такой вот момент возьмем. Это следующий. Ну и потом давайте. Не, ну это, ну, в принципе, все. Вот такой. Вот здесь еще давайте моментик создадим. Вот у нас три момента. Ну, вот это я не хочу, я обрежу. Обрезка кнопка C. Обрезаем. G это взять. Все. Ну что ж, у нас есть три момента. Вот переводим на момент. И здесь есть такая кнопочка, как экспорт кадра. Это Ctrl-Shift плюс кнопочка E. Но я как старичок 80-летний, который только научился пользоваться Excel и Word. И тут захотел про... Короче, что я говорю? Нажимаем на эту кнопочку. И у нас вот экспорт кадра. Вы его называете как хотите. Ой, немножко не то название. Фото. Формат мы берем PNG, потому что BMP это выше, там, ну, короче, это... короче, не разбираюсь. Ну, потом вы должны путь файла поставить. Это где он будет сохраняться. Мне лично туда не надо, поэтому я, например, зайду в папочку. Давайте документы. И вот здесь пишем Select Folder. Блин, зачем это писать? Просто нажимаем на кнопку. Я старичок, который ничего не знает. Все.
Импорт, если здесь стоит галочка, то не надо, потому что это будет экспорт вот сюда вот, и вы потом можете его перетащить. Пока что вам это не надо. Нажимайте ОК. Ну что ж, переходим в Photoshop. Но в этой части переходить вы не будете, потому что... это первый мой кликбейт, ура! Но вообще-то нет, потому что у меня в последний день рендеринга, ну, рендеринга этого видео, когда уже все должно было выходить в полной версии, монтаж полностью слетел, он исчез куда-то, он провалился, я не знаю, под землю провалился, я не знаю, куда он делся, честно говоря, я сейчас не вру. Поэтому это первая часть будет, я это смонтировал в конце субботы, перед воскресеньем. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, я постарался вложить монтажа больше, чем должно было быть. Поэтому вместо спасибо поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь, мне очень приятно. Our цель, так сказать, из тег автора. Я буду снимать Fortnite, наверное. Мне нужен тег автора. Я хочу его. Это моя цель вообще. И не только в Fortnite, еще в Brawl Stars. Потому что это весело. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем пис. Пока. Пока всем. Да, я без сценария это все говорю.